даже видео снимет. Ну, сигнал глубокий, еле цветной. Так, дай-ка я вот это все уберу отсюда. Блять, я тоже что-нибудь. Так. Это, определите меня-то. Так, подождите, вы пока выключите. Дайте я погоняю. Я не кричу. Так, добавим. Вот так вот. Да, устойчивый цветной сигнал где-то рядом, Лёш. Там у тебя что-нибудь найдем. Давай. Кубыха. Нет, тут... Обычный цветной глубокий Лёх, сигнал. Лёх, сфоткай, пожалуйста. Сейчас я возьму прибор. Ничего обычного. Ну, вот такой примерно сейчас. Так, ну, Андрей, давай своим сориксом. Не понял. Не балансируется? Короче, что-то щелкнулось, и все пропало. Так и должно быть. У меня сегодня прибор не балансирует. Ну, старые балансировки какие-то остались. Она осталась плюс 8, обычно минус. А ты издалека нас обоих. Что показывает? Свет. Еле-еле, да? Еле цепляет. Угу. Ну и у меня примерно так же. Леха, давай к твоим. Блядь. Еле цепляет. А что, я тогда оставлю на максимум, что ли, да, получается? А-а-а, что же молчите-то, ёпты. Ну, цепляет. Ну, ты такой станешь сигнал копать, скажи мне, в поле? Нет, давайте на том сигнале, на котором копаем. Ёпты. Вот мы сейчас ее приподнимем, давай сейчас вот на я этой глубине проверим. Я бы такой сигнал стал копать весной. Учитывая, что чешуя даже в цвет бьет, когда наверху лежит, хрен его знает. Может быть, я и копанул бы. Ну, не сейчас, не в жару. Однозначно. У меня сигнал бьет. У меня вообще не бьет. Лех, как прибор твой называется? Bounty Hunter. Какой, какой номер? Или какой там индекс? Какая модель? Gold. Gold. Какая катушка? 8 дюймов. Моно, да? Да. Не видит, короче. Ну, да, не видит. Ну, давай откопаем маленько.